Интервью главы государства газете «Егемен Казахстан» опубликовано в жанре беседы, но по своему объему и содержанию воспринимается как программная статья, отметил государственный советник Республики Казахстан в своем телеграм-канале. По мнению Ерлана Карина, для нас особо важны месседжи и акценты, заданные президентом в сфере внутренней политики и идеологии. Глава государства анонсировал и наметил ряд ключевых инициатив и проектов. Очередное заседание национального курултая, принципиальную позицию по ужесточению наказаний за семейно-бытовое насилие. Обозначил и другие узловые даты и мероприятия событийного ряда на 2024 год. Стержневой идеей является цитата Касым-Жомарта Токаева, вынесенная в заголовок «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед». По сути, эта фраза является емкой формулой идеологического курса, который проводит президент. Это ориентация общества на созидательную повестку, не жить в прошлом, ориентироваться только на будущее, культивируя те общие национальные ценности, которые не разъединяют, а консолидируют нацию.